Несмотря на свои габариты, он очень взрывной парень и может достаточно жестко ударить. Поэтому я советую всем рукоборцам не нарушать правила и быть с ними тактичным и аккуратным. Денис – это воплощение силы, воплощение действительно здоровья богатырского. И мы хотим, чтобы он был чемпионом, потому как Денис – это действительно лицо силовых видов спорта нашей страны.